А ну-ка, Шефилд, сядь, как лев. Лапу на лапу, давай. Давай, твоя любимая поза, как лев, сядь. Мы с котами всех приветствуем. Раньше, когда мы здоровались, мы говорили: мы с котом всех приветствуем. Но теперь у нас котов прибавилось. В связи с обстоятельствами мы переехали к сестре в дом, а у нее было два кота, мальчик и девочка. И теперь вместе с Шеффилдом получилось всего три. Первая кошка, она взрослая, и она не нашла общий язык с Шеффилдом, они постоянно ссорятся, выясняют отношения, за лидерство воюют, и они совсем не общаются, друг друга терпеть не могут, живут в разных комнатах, кушают в разных комнатах. Я не могу ее принести вам, показать живую, потому что случится драка, они елку завалят, в общем, лучше не рисковать. Я вам покажу фотографии, как она выглядит. Она такой же породы, как и Шеффилд, шотландский веслоухий, но у нее уши обычные, прямоухие. А второй кот, вот он перед вами, его зовут Кикс. Кикс, сокращенно Киксик. Но у него такой характер, что имя как раз подходит. Он беспородный, маленьким котеночком он пришел в дом к сестре, и он наглый по жизни, и говорит: «Все, здравствуйте, я буду жить в вашем доме, извините, вот такое есть». И так он стал жить. Но он очень балованный, конечно. Шеффилд его пытается воспитывать, но не всегда это получается. Шеффилд, конечно, интеллигентный кот, а Киксик, он и на стол может залезть, и провод может съесть, и пряжу кушает. Я связала варежки недавно, он манжет съел. В общем, балованный кот, конечно. И он постоянно что-то делает, постоянно ему нужны какие-то движения. Вязать с ним невозможно. Он мало того, что пряжу ест, он еще и мотки наматывает на хвост и бегает за ними по всей комнате, клубки на люстру закидывает. В общем, это кошмар какой-то. Шеффилд, конечно, себе такого не позволяет. Вот игрушка, это наноробот. Когда новые батарейки в нем, то он очень быстро бегает, котам очень нравится. Но а теперь батарейки сели, вот еле двигается. У Шеффилда это одна из любимых игрушек. Кикс тоже хочет поиграть, но Шеффилд не очень одобряет это. Да. Это твой наноробот, да, Шеф? Кикс, нападай. Получил Кикс? Шеффилд вообще у нас очень умный, он и команды понимает. Если ему говоришь, сиди, то есть он сидит. Если позировать, жди, позирует. Сидит, позирует. Понятно, что он потом вкусняшку получает. Смотри, веселье. Нет? Развеселись. Сейчас Кикс, чувствую, какую-то пакость делает. Смотрите на его выражение лица, то есть морды. Сейчас или на елку прыгнет, или еще что-то. Видео нужно добавить экшену. Да, Кикс? Сейчас что-то будет. Так, посмотрим. Шеффилд, давай, следи за ним. Дион. Кикс. Надо сидеть и сниматься, да, шеф? Конечно. Сейчас елку перекинет. Надо сидеть ровно, как Шеффилд, а не баловаться.
Кикса полгода назад была травма глаза. Он подрался с уличным котом, а у того были острые когти. Мы всем трем котам, которые домашние, подстригаем когти, чтобы они если дрались, не страшно было. А уличный был с когтями, и он лапой как раз по глазу ударил. И мы боялись, что глаз вообще не спасем. Но сестра молодец, она серьезно взялась за дело. Кикса прооперировали в больнице ветеринарной. И глазик удалось спасти, но он немножко стал косить. Но это не страшно, главное, что глаз целый. И вот я покажу вам сейчас елки шикарные, которые делает моя сестра. Она их делает не на продажу, это просто хобби у нее такое. Ну и еще она дарит родственникам, близким, друзьям. У нее есть такие елки и еще есть из бисера. Из бисера покажу чуть-чуть попозже. И вот из чего же она делает эти елки. Для каркаса она использует такое полено, кусочек. Муж ей помогает. В общем, делает такие полена. Одно кругленькое, а потом здесь вставляются конусом такие досточки. Вот видно их. Беленькие, она их потом красит в белый цвет. И как фантазия позволяет, она тут крепит клеем разные штучки. Вот здесь есть части, которые покупные, разные елочные, новогодние украшения. Но основная масса это то, что она нашла во дворе, либо в парке. Разные веточки, шишки. И потом она их красит разными цветами. Ну, здесь вот эта елка, видите, голубая, а эта вот розовая. Потом дальше идет зелененькая. Шеффилд пришел. Шеффилд, что там такое? Шеффилд пришел елки смотреть. Ты ж тут был уже, Шеффилд. Он увидел, что я видео снимаю. Говорит, как же без меня, да, шеф? Ты же у нас в главной роли должен быть, да, кот? Шеффилд никогда ничего плохого не сделает. Ни елку не уронит, да, шеф? Ты хороший кот. Я показываю елочки. Иди. Проверил, все ли елки на месте. Все, кот ушел. Я тут посидишь. Шеф. Это смешной кот. И если вблизи рассмотреть, то здесь хлопок есть, вот смотрите, он окрашенный, с бусинкой внутри. И шишки, то есть вот большая шишка, здесь вот маленькая шишка, здесь такой тип шишки. Вот смотрите, это половинка грецкого ореха, как вам? Такая шишка, вот разные шишечки. А вот это зайцев хвост. Называется сухоцвет такой, как на норку похоже. Разные игрушки. Так, надеюсь, сова упала. Стой, сова, стоять. Так. И вот розовую сейчас посмотрим. Тоже шишки разные. Веточки. А вот, смотрите, как вам. Вот. Узнали? Это панцирь от улитки. То есть сестра моя пошла во двор, смотрит, там бесхозный панцирь. Надеюсь, что там никто не жил. И вот она взяла этот панцирь и тоже покрасила вот серебряный. И получилось очень красиво, стильно. А это вот из пряжи она делала. Это Ярнард Крисмас. Пряжа такая, то есть она такие вот снежинки сделала. А здесь где-то я видела из пухонорки. Вот, из пухонорки, тоже цветочек, вот он, пухнорки, и вот разные шарики. Здесь вот зелененькая елочка, тоже хлопок. А вот еще, ничего не напоминает? Это самолетики, либо же вертолетики,
которые с клёна семена разлетаются. Вот, самолетики покрашенные. И вот у них у каждой разная верхушка, смотрите. То есть здесь вот такая как прям классическая верхушка. Здесь вот шишечка. Здесь такая верхушка. Здесь тоже такая вот покупная. Здесь шишечка, а здесь грибочек. Вот. А еще бабочки. А бабочки она вырезает из бумаги. И фоамирана. Вот тоже тут, смотрите, приклеила на бусинки. На бабочку. И вот, чего тут только нет. И яблочки, и грибочки. А еще, вот смотрите, как интересно. Вот смотрите, вот эта штучка, видите? Это желудь, то есть шляпка желудя. А в шляпку вставлена маленькая шишечка. А тут в попках от желудя бусины вставлены. Интересно. Такая красота. А вот смотрите, какая елка. Это уже другой тип. Это сделано из бумаги специально для поделок. Не знаю, как правильно называется эта бумага. Она такая гофрированная. Из этой бумаги вырезаются, скручиваются такие цветочки. Вот здесь бусинки вставлены. И потом эти цветочки крепятся на каркас. И такая форма вот закругленная у этой елки. И в конце тоже украшение. Вот бусины и такой цветочек. Очень красиво. Такие елки. А вот я еще не показала вам картины. Это мое произведение искусства. Это я вышивала крестиком. Никогда не вышивала, но было время свободное, надо было себя чем-то занять. И я ударилась в вышивку крестиком. Первая моя вышивка. Ну, так как я люблю котов, то, конечно, и сюжет. Котячие, здесь вот любовь. Коты держатся. И вот еще одна в таком же сюжете. Такие же герои, главное. Здесь у нас танго вдвоем называется. Такая любовь, страсть. Коты тут танцуют. Покажу елочку, которую мы украсили с котами. Вот сейчас я дальше отойду, покажу во весь рост. Если получится. Вот такая нарядная, беленькая. Вот здесь шифер лежит. Всегда участвует при съемках. Как я беру снимать камеру, так он и приходит. И здесь украшена елка разными игрушками, которые покупные, но есть еще и ручной работы. Вот смотрите, видите? Снежинка. Вот у нас. Какая красивая это. Настя, сестра моя, делала сама. Это с бусин. Здесь у нас и перья, и птицы, вот такие вот цветы, снежинки, птички, бабочки, просто шарик классический. И вот украшаются такими, вот тоже она делала сама. Вот. Вот. А вот здесь большая такая снежинка. Вот смотрите, какая красивая. С бусинами фиолетовыми. Очень красиво. Здесь птица. Вот тоже. Из бисера. Называется «Найди». И здесь покупные, обычные. А вот кто узнает, это гирлянда, вот она, это которую я делала на прошлый Новый год с бусинами. Я крючком вязала, у меня даже мастер-класс есть на канале.
как делать такую гирлянду. Здесь вот даже стрекоза есть. Красивая какая. Птичка. Калибри. Бабочка. Такая вот елочка. И сейчас покажу вам, какие она делает из бисера елки. Это вообще, конечно, произведение искусства. Это полка, которая над телевизором, когда не Новый год, то здесь просто стоят слоники. А когда наступают праздничные дни, то достаются елки из шкафа и украшаются. Такая вот получается экспозиция новогодняя, и плюс гирлянда с лампочками там сзади. Я люблю котов, а сестра моя любит слонов. Но котов она тоже любит, потому что если бы она их не любила, у нее бы не было двух котов. И вот посмотрим саму елку поближе. Здесь у нее основа, видите, вон ствол из проволоки, а потом на нее, на основу делаются такие веточки. Даже не знаю всех подробностей, как она это делает. Ну, получается, конечно, огонь. Шикарная елочка. И вот в конце такая штучка. Украшение. А потом еще, после того, как она сделала елку, она делает такие вот маленькие елочные игрушки и их вешает на эту елочку. Вот это камни Сваровски. Такое получается украшение на елку. Посмотрим дальше. Эта елка моя. Сестра, она мне ее подарила. Такая бело-синяя. Основа, чтобы елки не падали. Здесь рюмочки. Обычные рюмочки. А набиваются они чем-то тяжелым. Не знаю, гипсом каким-то. Заливаются, чтобы она не падала, елка эта. В общем, слоны и елки. А вот эта мне больше всего нравится. Она такая пушистая. Тоже очень красивая. Вот. Но она, конечно, тяжелая, эта елка, потому что это вообще самая пушистая. И чтобы она не падала, здесь вот цветочный горшок. Основа. Здесь слоники, и вот елка зелененькая. Такие игрушечки, вот, как жемчужинки. Жемчужные игрушки. И бабочки. Бабочки здесь покупные. Слоники. И вот елка такая еще есть, сине-золотая. Тоже красивая. Здесь вот всякие новогодние украшения. Вот маленькая елочка. Можно такое хоп сделать и кому-то подарить. И приятно. Ну, там дальше просто украшения. Такая красота стоит на полке. Получается 5 елок из бисера. А это еще слоники. Они уже не влезли на полку. Такой прикольный стоит слон. Все, надеюсь, что видео было позитивным, вдохновило вас на создание таких елочек, было бы желание и фантазия. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, здоровья вам крепкого, мира, удачи, любви и всего самого доброго. Все, всем пока и до новых встреч! Thank you.